Сегодня, если кто-то был до этого раньше, да, те, кто были, понимают, да, что сегодня день рождения нашей новой музыкальной группы. Ну да, да, да. Пять минут назад. Да, это перкуссия, да, присутствие. Была явлена нам. Ну, я думаю, научимся, нет? Ну, конечно. Не заметили. Да. Это начало. Нет, не было бы... неплохо. Шейкер вообще отлично. Шейкер на 5 с плюсом. Да. И что касается тумбы-юмбы, надо тренироваться. Не один день. Да мы уже прошли. Из зоны комфорта, главное, нас это выводило немножко. Чтобы конфликт был. Ну, в общем-то, то, что я хотел говорить, уже было затронуто, и когда мы открывали собрание в молитвах. Вот. Такая тема, что Бог, Он что-то творит, да, изначально вообще, Он творец, и Он творит все. Потому что все от Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть, правильно? Аминь. И как вот было такое слово, да, что мы иногда заботимся о том, о чем не нужно заботиться и переживать. На самом деле это так. Я вчера разговаривал с одним человеком, вот, он верующий человек, он верит в Бога, и у него как бы мечта такая, стать богатым человеком и победить безработицу в Африке, то есть, как бы. Я понял. Да. Две мечты, значит. Ну да. И бывает такое, да, что, ну, что касается, например, там тоже Гринписа, который хочет сохранить землю, хотя бы Бог обещал ее уничтожить. Ну, пусть стараются, как бы. Но верующие люди, которые хотят мир во всем мире, хотя бы сказано, что будет противостояние, да, и люди, которые хотят, верующие, победить голод, ну, я не знаю, как бы, насколько это вообще реально, если говорится, что будут глады и моры, да, и землетрясения по местам. С землетрясениями пока не борются, я так понимаю, да. Но суть какая, что вот в книге Экклесиаста там написано, в 3 главе, что всему свое время, да. И так много перечислено всего. И нам нужно войти в это время, в которое мы живем, ну, понять, можно сказать, природу этого времени, то, что Бог определил именно для этого времени. И 3 глава, 11 стих, говорится, что все сделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. И вот здесь 5 пунктов есть, да, на которые мы обратим внимание сейчас, что все соделал Он. Во-первых, это Он сделал, а не еще кто-то. Это нужно понять, да, что не человек творит вообще происходящее, что Бог либо позволяет, либо двигает, да, чем-то. И то, что Он делает прекрасно. Но когда происходит рождение, например, да, рождение ребенка, то это происходит в муках, как Библия говорит. Но в конце концов производится дитя, да, там рождается на свет, и это радость приходит от того, что Бог сделал. Он сделал это прекрасным. И, но когда происходят эти муки рождения, то на самом деле женщина страдает. И когда говорится о том времени, в котором мы живем, говорится, что в муках рождения все будет происходить, что Царство Божие, да, оно будет происходить в муках рождения. Просто некоторые, как бы, христиане, они хотят жить, я так понял, да, вот из общения и всего, они хотят жить небесной жизнью уже здесь на земле, то есть, как бы, чтобы небесный Иерусалим, он уже у них был здесь, как бы, чтобы дом из золота, он
имел место, да, быть как бы. И золотая колесница тоже не помешала бы. И, ну, такое желание есть у некоторых. И Иисус сказал, что будут муки рождения, да, и потом будет что-то прекрасное. Но все делает Он прекрасным в свое время. И написано, вложил мир в сердце их. И как бы в оригинале вот это слово «мир» означает не мир Божий, а вечность, да? Ту вечность, которая есть у Бога, потому что Бог, Он вечен, у Него нет как бы времени, да? Он не исчисляется временем. И здесь написано, что Он вложил мир в сердце их, вложил эту вечность в сердце человека. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. И вот интересная, да, особенность, что мы говорили, да, что Бог дал власть быть нам детьми Божьими. И действительно, да, Он дал такую власть. Но несмотря на это, несмотря на то, что Он вложил часть этой вечности в наши сердца, да, несмотря на то, что однажды произошло это чудо, когда можно было сказать, что мой Отец сотворил вообще всю Вселенную, несмотря на это, мы все равно не можем постигнуть, мы не можем остаться довольными в том, что происходит с нами. Не можем остаться довольными просто вот этим. Всегда у нас есть какие-то вопросы, почему? Да, почему это так, почему это так в моей жизни, там, в жизни других людей, к которым Бог пришел, да, которых Бог исцелил, освободил, да, или почему? И все вот эти вопросы, почему? Потому что мы, даже являясь сынами, да, даже являясь возрожденными людьми, мы не способны постигнуть всех дел, мы не способны удовлетвориться, да, тем, что делает Бог здесь на земле. Почему? Потому что мы не можем понять от начала до конца, что Он делает. Мы находимся где-то в этом промежутке времени, да, которое нам нужно понять, осознать, в какое время мы сейчас живем и что нам нужно вообще делать. Но часто у нас есть вопросы, на которые мы не получаем ответов. И это абсолютно нормально, как бы. Мне вообще как бы с трудом верится, да, что человек, который слишком уверен в себе, он на правильном пути идет, по правильной дороге. Почему? Потому что творение не может объяснить своего Творца. Это вообще нелогично даже, да? Вот творение, которое сотворено, как оно может объяснить своего Творца, если Творец что-то не откроет, да, ему. Поэтому человек, который может объяснить Бога, такого не может быть. Всегда останутся эти вопросы. Есть люди, которые всегда ищут быть уверенными в себе. То есть вот я хочу быть уверенным в себе, я ищу этого. Ну да, неплохо, когда ты уверен в себе, то какие тогда у тебя есть отношения с Богом? У тебя есть какая-то зависимость от Него или нет? И в этом вопрос, когда есть эта уверенность. Поэтому это совершенно нормально, когда человек, он не уверен в чем-то, но он уверен в Боге, да? И ты не можешь объяснить то, что Бог делает, потому что творение не способно объяснить это. И во Второзаконии, в 29 главе, там есть объяснение такое. Не будем открывать. Я так прочитаю. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. И есть такое условие, да, что Бога невозможно объяснить до конца. Только то, что нам открыто, как людям, мы можем понимать. А то, что сокрыто, это принадлежит Богу, и как ты до этого можешь добраться? Ни своим человеческим умом, ни своей фантазией, ни своим пониманием никак ты не придешь к этому. Да? Это Второзаконие 29:29. Тогда есть что-то сокрытое до времени, то, что мы не можем понять, то, что вообще далеко от нашего понимания. Но есть тоже часть, которая открыта для человека. Да? И просто бывает так, что мы пытаемся объяснить сокрытое, да, то, что спрятано, то, что невозможно объяснить. Пытаемся это объяснить как-то, но на самом деле то, что нам ясно и понятно, мы это игнорируем просто-напросто. И все. И такое происходит как бы очень часто, можно это видеть.
что то, что вот нам просто открыто Богом через Его Слово, это просто игнорируется и все. И Иоанна 12 глава. Иоанн 12 глава. 47 стих. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. И Иисус ясно говорит здесь, да? Очень просто, что у него есть учение, да? И он это учение нам оставил. И это слово, оно точно открыто нам. Вот то слово, которое здесь написано, оно открыто нам. Иногда мы пытаемся как бы проникнуть в что-то сокрытое, просим Бога, чтобы Он нам дал какие-то глубокие откровения, а сами просто не принимаем того, что нам уже открыто, чтобы нам поступать так, как написано, то, что мы уже понимаем. И мы ждем, что что-то произойдет, а ничего не происходит. Почему? Потому что мы не берем то, что нам принадлежит, да? Не берем то, что нам дано Богом, можно сказать, по праву, как детям, как сынам, да? Мы хотим залезть куда-то глубже, увидеть, узнать что-то глубже, а то, что мы имеем, мы это просто не используем. И это на самом деле неправильно. Это неправильно. Мы как бы, ну, нужно постараться повнимательнее посмотреть то, что открыто нам уже, то, в чем мы являемся неверными людьми, потому что если мы это не исполняем, то кто доверит нам больше? Если мы в малом не верны, то кто нам доверит больше? Да? И суть в том, что мы, как люди, мы не можем узнать и увидеть целой картины. То есть от начала до конца мы не можем познать Бога, то, что Он хочет сделать. Но мы способны понимать вот эту середину, в которой мы сейчас находимся. Потому что Бог сделал все прекрасным в свое время. И как в Экклесиасте написано, что всему свое время, для всякой вещи под небом есть свое время. И как бы суть даже не в том, в какое время мы сейчас живем. Да? Мы слышим, что мы живем в последнее время, что да, ты читаешь Библию, 2000 лет назад говорится уже о том, что это последнее время. Да? Читали же это, правильно? Петр говорит, что уже был некто именем Никодим. Вот, да, вот это. И мы живем в последнее время уже 2000 лет. Суть даже не в этом, а в том, какое время именно ты сейчас переживаешь в своей жизни, да? Что именно ты должен сделать, да? Как что тебе необходимо исполнить? Как тебе приблизиться к Богу, да? Как тебе оказаться верным в том, что ты имеешь. И Иисус, например, да, Он учил быть послушным Богу, быть послушным Отцу. И иногда это учение, оно, ну, в Его примерах, оно вот как бы совершенно было нелогичным, можно сказать. Вот. Практически все, да, здесь присутствующие знают историю про Лазаря, как он умер и как Иисус его воскресил, правильно? Поэтому мы не будем ее читать. И суть в том, что Бог Отец, Он знал, что Он хочет сделать. И Иисус знал, что хочет сделать. Но ученики не понимали, что должно быть. И Марфа, и Мария, сестры его, они не понимали, что должно произойти. И когда ему сказали, что Лазарь заболел, он вместо того, чтобы пойти, да, ведь мы как воспринимаем все, вот если вот так вот посмотреть, вот глазами плоскими, он же должен был пойти, по идее, правильно, туда,
пойти и возложить на него руки или не возложить, я не знаю, и просто исцелить его. Это должно происходить в нашем понимании. Мы часто реагируем именно таким образом. Вот нашими глазами, как бы плоскими, мы видим какую-то ситуацию, и мы иногда привыкли, что как должно происходить. Мы видели какой-то пример, да? Мы были научены где-то, что именно так нужно сделать, именно таким образом. Вот если такая ситуация, нужно сделать так. А если такая ситуация, нужно сделать так. И наши плотские глаза, да, наше плотское понимание, оно может вести нас именно к этому. Но духовный взгляд, да, он совсем другой. Духовный мир, он по-другому, да, действует. И Иисус сказал, что его, говорит, болезнь, она не к смерти, а к славе Божьей. И он позволил ему умереть. И только через 4 дня он пришел и воскресил. И через это воскресение, да, написано, что многие уверовали в него. Поэтому в этом есть смысл, но быть послушным Богу в том, что он от тебя сегодня требует, не понимая, почему так происходит, это просто необходимо, если ты хочешь, да, быть участником, если ты хочешь быть сопричастником Божьего естества. Потому что Библия говорит нам, да, о том, что мы сделались причастниками божеского естества, если только веру, которую он нам дал, сохраним, да, спасение, которое он нам дал, сохраним. И это в жизнь человека приходит через те обетования, которые есть в Библии. Через них мы делаемся этими сопричастниками божеского естества, через то, что Бог обещает. И мы не можем отдельно идти, да, вот, в нашем плоском понимании, а Бог, он что-то делает в духовной жизни, да, он, для него, для Иисуса, он был 100% человеком, был 100% Богом, да? И у него был 100% плотский взгляд и 100% духовный взгляд, и мир духовный также на 100% был для него открыт. И он смотрел на это другими глазами, на происходящее с Лазарем. Но мы так не видим. Если Бог нам не откроет, то от нас будет это сокрыто. Если Бог не покажет, если мы у него не научимся этому, то это будет сокрыто. Иоанна 5 глава. Иисус говорит в 19 стихе. Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. И я это себе представляю так, что Иисус на самом деле Он мог творить, да, то, что хочет, потому что у Него была власть. Но это не тот случай, когда Сын ничего не может творить сам от себя. Да, не тот случай, когда у Него нет власти. Он, являясь Сыном Божьим, имел власть, да, и мы, являясь детьми Божьими, да, мы имеем власть, как Библия говорит. Но он говорит, ничего не могу творить сам от себя. Для него важно было то, что отец хочет сделать. Как бы он искал того, в какой определенный момент и что Бог хочет сделать, да, то есть он искал вот этого времени. Время. Для чего время настало сейчас? Для чего сейчас время наступило? Вот в этот момент непосредственно, да? Для чего? Пойти и исцелить Лазаря или остаться, чтобы он умер, да? Суть не в том, что он не может совершить это чудо, а суть в том, что он хотел видеть, что было предопределено, что именно должно было бы быть предопределено, что должно случиться, да? Что мы должны искать в нашей жизни именно время, да, вот то время, как нам правильно им распорядиться, что в этот момент хочет Бог сделать, как Он поведет. Потому что Он делает все прекрасно в свое время, не мы делаем, мы это должны понять, да. Просто иногда у нас возникают мысли, вот хочу сделать это, да. Сделаю это, пойду туда, сделаю это, поеду туда, сделаю это, да? Но тебе Бог показал это сделать? Бог хочет это сделать? Или это твои собственные фантазии?
а твой собственный вымысел. Вот. И в этом есть вопрос, потому что Иисус говорит, что я сам от себя ничего не могу сделать. Хотя бы у него была власть, как у сына. Да, но эта самодеятельность, она не нужна ему была, это для нас учение. Почему? Потому что говорится, что те люди, которые будут творить чудеса и знамения, и исцелять, но при этом не исполнять волю Бога, Иисус им скажет: отойдите от меня, я не знал вас никогда, делающие беззаконие. Да? Это интересный момент тоже, что можно было бы подумать, ну, о ком идет речь вообще, да? Когда ему говорят: не твоим ли именем мы чудеса творили, да? Не твоим ли именем мы бесов изгоняли. И можно было бы подумать, ну, может быть, это пример Иуды, да? Иуды, которому дана была власть, но однажды он предал Иисуса. Ему однажды дана была власть, он ходил, он вместе со всеми он проповедовал, он исцелял больных, он воскрешал мертвых. Ему дана была власть, как и всем ученикам. Но однажды он предал Иисуса. И можно подумать, может быть, об этих людях идет речь, о таких. Но Иисус говорит, что отойдите от меня, и я никогда не знал вас. Да, в этом есть большая разница. Иуда он знал, например. А этих людей он никогда не знал, да? Делающие беззаконие. Почему? Ну, потому что они не исполняли волю Отца. И воля Отца – это очень важно, как бы, то, что Он хочет сделать, в какой момент и что Он хочет сотворить. Да, нам это просто необходимо искать, потому что если нет, что бы мы ни делали, да, кем бы мы себя ни называли, что бы мы ни творили, мы услышим в ответ именно это. Если мы не будем искать воли Бога в том направлении, которое Он дает. Это вообще крайне необходимо, исходя из этого. Да? И мы должны искать духовного видения. Нам нужно быть осторожными, да, с какими-либо утверждениями, учениями, которые есть в этом мире. Потому что Слово Бога, оно как чистое молоко, Библия пишет. И очень важно, по каким каналам и источникам оно протекает. Потому что трубы, они, казалось бы, все одинаковые. Да? Чистая вода, она течет через водопровод, правильно? И вытекает вот на кухне из крана просто чистая вода. И тоже чистая вода, она течет в смывном бачке, да? Но смешиваясь с нечистотами, в итоге выходит в каком виде? Это вода, которую нельзя употреблять никоим образом. Но вначале это одна и та же вода. И что загрязняет эту воду? Плоть. По сути, плоть. Да? И плоть, она может это делать. Да? Плоть очень сильно загрязняет. Как бы вот то чистое словесное молоко, которое есть, ту чистую воду, да, которая есть, то, что Бог предлагает человеку, плоть очень сильно загрязнить может. И испортить это своим присутствием. И когда мы поступаем, живем по плоти, да, и мы не ищем того, что просто хочет Бог, что ему угодно сегодня, то это именно так оно и будет. Да, слово, которое есть, оно чистое, да, оно проповедуется. И это, кстати, относится даже к тем, кто знает истину. Такая ситуация была в Матфея в 16 главе, знаете, давайте откроем. Тринадцатый стих. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Овен, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах.
И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Иисус не хотел, да, чтобы они говорили о том, что Он есть Христос. Интересно, да? Человек, который имел откровение, Петр. Потому что он говорит, кто? За кого люди меня почитают? За кого угодно, но не за того, кто есть на самом деле. И только один Петр сказал, что мы почитаем тебя за Христа, Сына Божьего. Он говорит, и это открыл тебе Отец. Не плоть и кровь открыли тебе это. И он, имея такое откровение, да, тем не менее, он ему сказал, что никому не надо рассказывать о том, что я Христос. Да? Почему? Потому что, по сути, на тот момент, они бы просто несли бы эту весть неправильно. Просто как плоть и кровь. Просто как... Просто знают, и все. Но... Почему? Потому что ты чуть дальше даже смотришь, это человек, который имеет откровение, да, что он делает. Когда Иисус начал говорить о кресте, в 22 стихе, с 21-го, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И этот человек, да, который имел откровение от Бога, он просто вот берет и вычеркивает крест, да, из Евангелия. Не надо. Не надо, чтобы крест там был. Не будет этого с тобой. Понимаешь? А без этой вести Евангелие отсутствует само по себе. Без этой вести Христос, какой он Христос? Да? Поэтому Иисус, зная как бы сердце этого человека, зная то, что они еще не готовы для этого момента, не время еще было проповедовать о том, что он Христос. Потому что он должен был умереть, и он должен был воскреснуть. Он ему говорит, не надо проповедовать о том, что я есть Христос. Потому что вы будете это делать как плоть просто-напросто. И в этом не будет Евангелия. В этом не будет Евангелия, потому что не свершилось еще то, что должно было свершиться. И он должен был им это сказать. И он говорит, ты мне соблазн, потому что думаешь о том, что человеческое, а не Божие. Он говорит, отойди от меня, сатана. Да, и здесь знак равенства очень интересный. Человеческое равно сатана, да? Он поставил знак равенства в этом отношении, что отойди от меня, да? Отойди от меня, сатана, ты не соблазн. Почему? Потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. И как часто мы думаем, как люди вообще, вот так поверхностно. Мы не ищем Бога на ситуации, на нашу жизнь. Просто мы видим, мы просто были научены, мы просто знаем, и все. И мы так поступаем. Как часто мы это делаем? Или все-таки мы ищем этих отношений с Богом, чтобы понять, в какое время мы живем и что нам необходимо сейчас сделать? В этом есть разница большая. И просто человеческая. Вот просто чисто по-человечески, да? Как говорят, да? Вот просто чисто по-человечески. Чисто по-человечески это равно сатана. Отойди от меня, понимаешь? Потому что Бог и человек – это вообще два разных мира. И Петр, он имел откровение, да? И иногда человек имеет откровение, и тем не менее, своей плотью, просто вот это чистое словесное молоко делает таким грязным, своим плотским пониманием, своим плотским мышлением, делает его таким грязным, что ее невозможно пить. Люди просто травятся от этого Евангелия, которое несется. Поэтому нужно быть с этим осторожным. И
1 Коринфянам, 15 глава. Какая 15? Да, 1 Коринфянам, 15 глава. Я просто не так давно, как бы, хожу в церковь, в одну, там, как бы, в другую, в третью, как бы. И понятно, что не все, но есть такие вещи, которые ты слышишь. Ты думаешь, а люди вообще Библию читают, которые проповедуют? Они ее вообще хоть раз читали? У меня такие вопросы, как бы. И 1 Коринфян, 15 глава, с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И здесь говорится о том, какое Евангелие должно быть, что должно быть именно проповедано. И Павел говорит, что я сам принял и вам проповедовал это Евангелие. Он говорит, и что туда входило? Что Христос умер по Писанию, был погребен по Писанию и воскрес по Писанию. Вот в тот момент, когда Петр имел откровение о том, кто есть Иисус, еще не произошло этого. Поэтому они не могли говорить о том, что Он Христос. Потому что Евангелие не было бы полным на самом деле. Понимаете? И у Бога есть для всего свое время. И сегодня мы живем, и сегодня в твоей жизни Бог, Он каким-то образом действует, Он что-то совершает, да? Формирует тебя для чего-то, хочет тебя к чему-то призвать. И хочет совершить что-то в твоей жизни и через твою жизнь. Но для всего для этого есть свое время. Есть свое время, как бы, и нам необходимо понять, что Бог сегодня от нас хочет, да, к чему Он нас призывает. И не всегда это достаточно так вот просто, да. И почему? Потому что мы целые картины, мы не видим. Мы видим вот то время, в котором мы сегодня живем, и то, что нам открыто, не более того. Потому что если Бог не открывает, то тебе не будет это открыто, да. Плоть и кровь тебе это откроет. Что от этого толку? Да? Но если Бог откроет, то ты будь добр, отреагируй правильно на то, что Бог говорит в твое сердце, в твою жизнь. Это, ну, это на самом деле крайне важно, потому что с кем это бывает вообще, вот вокруг? С кем это бывает, чтобы Бог говорил кому-то в жизнь, чтобы Бог призывал кого-то? Как часто ты встречаешь таких людей в своей жизни, как бы, как часто ты видишь, что люди, они ищут этого. Понимаешь, Иисус сказал, не бойтесь малого стада, что Бог, Он приготовил для вас царство. Да, кому это сказано? Нужно ценить то, что мы имеем на самом деле. Нужно ценить то, что ты однажды услышал, то, что Бог, Он достиг твоего сердца, то, что для тебя это стало однажды реальностью, да, что царство Бога, да, что те обетования, которые есть, они сделали тебя сопричастником Бога. Нужно это ценить и искать того, чтобы правильно реагировать. Потому что здесь говорится, которым и спасаетесь Евангелием, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Да? В этом нужно утверждаться, в этом нужно стоять, этим нужно жить. Это не просто однажды услышите и все. И полное Евангелие, оно заключается в том, что Христос однажды умер, что Он был погребен и что Он воскрес. Понимаешь? И если такое Евангелие не проповедано, то какое тогда Евангелие проповедано? Что Бог всех любит, да? Что грешить не надо. Что грешить не надо, да. Что Он тебе даст машину, да? Ты только приходи в церковь и плати десятину, я не знаю. Какое Евангелие проповедуется? Если крест вычеркивается из Библии, это плоть. Если крест вычеркивается из послания, да, из Евангелия, это однозначно плоть. Там нет чистого молока. Но здесь говорится о кресте. И плоть, она хочет вычеркнуть крест просто-напросто, чтобы его не было. Да?
И суть-то не в том, чтобы только рассказать о Христе, что вот Он умер на кресте. Не, Иисус говорит, что кто хочет следовать за Мной, отвергни себя и возьми свой крест. Да? И плоть что будет делать? Она будет избегать этого креста. Понимаешь? Поэтому, если это происходит, тогда какое Евангелие есть в жизни твоей? Да? Какая весть есть для тех, кто тебя окружает? Эта весть идет через плоть? Да? Или эта весть действительно идет через крест Христа? Через тот крест, на котором ты просто сделался сопричастником Богу. Да? Через это обетование во Христе. Но твоя жизнь должна отражать этот крест. Если нет, тогда это просто плоть. И настолько это становится грязным, что я говорю, я иногда вот, я никого не собираюсь судить, как бы, но у меня вот возникают вопросы. Иногда слышу такой призыв, да, там, а теперь давайте вся церковь будем молиться на языках. И я открываю 14 главу, 1 Коринфянам, и я смотрю в 23 стихе. Вся церковь молится на языках. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Я вот думаю, а тот, кто призывает к этому, он вообще как бы читал хоть раз вот это место? Скорее всего, навряд ли, да. Или читал и забыл, я не знаю как бы. Но плоть, она просто вот берет и просто все портит, да? 26-28 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И когда ты слышишь такой призыв и думаешь, а на чем вообще человек вот основывает этот призыв, да? Почему он это делает? Наверное, думает, что Павел ошибся вообще как бы, да? Что на самом деле то, что здесь написано, это ошибка какая-то была. И учение, оно на самом деле совсем другое. И кто-то может сказать, ну, ты судишь, да? Я не сужу, я читаю Библию. 1 Коринфянам, 14 глава. Я никого не сужу, просто я вот смотрю на все, да, что происходит. И суть-то не в том, что с этим нужно как-то бороться, а суть в том, что в Библии сказано, что все это будет происходить. Что это вот те вещи, которые будут происходить. Что касается там войн, гладов, моров, и также что касается плевелов, что касается лжеучений, лжеучителей, все это будет происходить. Но мы должны определить, да, мы должны определить то, что происходит. Мы должны определить. Это тоже я сегодня слышал в молитве, что не нужно пенять на учителей. Почему? Потому что учитель будет отвечать за свое лжеучение сам. Но ты, если будешь слушать его, ты не оправдаешься этим. Понимаешь? Не оправдаешься. Почему? Потому что Иисус сказал, что я пошлю Духа истины. И Он наставит вас на всякую истину. Да? Тогда мы каждый будем отвечать за себя. Мы не сможем сказать, а меня так научили, поэтому я так поступаю. Нет, такого не может быть. Это не будет оправданием никогда. Почему? Потому что есть Дух истины, который должен наставить тебя на всякую истину. И об этом ты должен сам позаботиться. Вот почему так важно понять, в какое время мы сейчас живем и что Бог творит именно в это время. Да? Луки 12 глава. Еще один пример приведу. Тоже. У меня как бы это... В последнее время тоже там, столько всяких вещей, как бы призывов я слышал о процветании, что я не могу понять, как вот процветание, о котором говорят, вот, связано вот с тем, что здесь написано. Как это можно связать по Библии? Луки, 12 глава, 13 стих.
Я не говорю, что нужно жить бедно, да? Бог обещал позаботиться о нас, что мы будем иметь все, как бы. Он это, и мы должны стремиться к этому. Но суть в чем? Сейчас я объясню. 12 глава, с 13 стиха. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «Одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И он решил построить большие житницы, да, чтобы туда сложить все в амбар, чтобы все это лежало, чтобы душа его жила, пила, веселилась, все делала. И Иисус говорит, что берегитесь этого. Почему? Потому что жизнь человека не зависит от богатства, да, не зависит от того, что, от количества, которое есть у этого богатства. Понимаешь? Потому что вот ты имеешь пищу, да, имеешь одежду. И вот тебя Бог благословил, да? Бог благословил, скажем так. Ты заработал в 10 раз больше, чем раньше. Ты стал после этого в 10 раз больше есть? Или 10 штанов носить сразу? Нет, твои потребности, они остались точно такими же. Тогда вопрос: для чего тебе нужны эти деньги? Для чего они нужны? Понимаешь? Не, ну, понятно, что им можно найти применение. Можно вообще найти применение. Или, скажем, ты стал вдруг наследником, да, как вот здесь вот он стал наследником, а брат с ним не хотел делиться. Вдруг, внезапно. Но Иисус чему на самом деле учит? Что 33 стих. Он говорит: я не судья для того, чтобы судить эти ситуации. Кто прав, а кто виноват вас, кто чему там должен, кто что должен. Он говорит: продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И я не хочу сказать, что нужно стремиться к бедноте и к тому, чтобы продать все, что у тебя есть, и раздать это бедным. Нет, здесь речь идет о том, что когда у человека есть излишек, да, когда у него есть что-то больше, чем ему нужно. И это не мое учение. Я просто читаю то, что здесь написано. Иисус сказал: продавайте имение ваше и давайте милостыню. И кто-нибудь знает христианина, кто сделал вот таким вот образом? Кто поступил так, как здесь написано? То, что ему пришло наследство, например, от бабушки, он дачу получил. Он продал эту дачу, пошел и раздал милостыню. Она, ему раньше не нужна была эта дача. У него все было, как бы, все есть. Но пришел вот этот излишек, как бы, да? И что с ним сделать? Ну что, ясно дело, что, как бы, продам и приумножить. Да, и куплю другую, как бы, потом опять продам и так далее. Ну ладно, приумножить, но для чего приумножить? Иисус говорит, что приготовьте себе вместилище неветшающее. И это не мое учение, это его учение. Но как бы здесь говорится, как нужно поступить. Я вот не могу припомнить такого человека. Конечно, можете сказать: тебе просто об этом говорить. У тебя нет, да, дачи, которую ты можешь продать, поэтому ты и об этом говоришь. Да, я понимаю. Наверное, это сложно сделать. Но не я этому учу. Иисус это говорит. Да? Иисус это говорит. Насколько мы близко живем к тому учению, которое нам проповедуется. Он говорит: я не сужу никого. Если не верите мне, я не сужу. Я не пришел судить в этот мир. Я пришел его спасти. Но слово мое, да, оно будет вас судить в последний день. И тогда это не я этому учу. Я просто читаю то, что написано в Библии, и все. И я не могу вспомнить такого человека, да, кто сделал, поступил именно так. А суть-то знаете в чем? Что написано, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Понимаете, не сердце направляет сокровище туда, куда оно хочет, да, а
сокровище находится где-то, и сердце оно двигается туда, в эту сторону. Тогда, если твое сокровище лежит в амбаре, да, то сердце твое будет там. Если твое сокровище лежит в банке, то сердце твое тоже будет там. Или если сокровище твое, оно в Царстве Небесном, тогда и сердце твое будет там, соответственно. Поэтому я понимаю, богатство от Бога, да, сокровище от Бога, то, что приходит от Бога, да, какое-то приумножение, то это для чего-то. Для чего-то, не для того, чтобы ты стал больше и больше и больше жить в каких-то наслаждениях и удовольствиях, чтобы ты покупал себе не дом, а два дома, да, и так далее, и тому подобное. Если Бог тебя благословляет, то, наверное, Он благословляет для того, чтобы это вложить в Царство Бога, да. Понятно, что это нужно делать с мудростью. Речь не идет о том, что тебе нужно продать какое-то имущество, пойти и отдать кому-то деньги, и непонятно, что с ними сделают. Нет. Сеять нужно правильно, да, так, чтобы это принесло плод. Но суть-то в чем, что именно там будет наше сердце, где находится наше сокровище. И Иисус дает такое учение, но вот это вот учение как бы о процветании, там, о том, что все должно, такое благословение, супер быть, как бы, что ты в золоте должен кататься. Я про что и говорю, что некоторые христиане не хотят жить здесь на земле уже так, как на небе будут жить. Да? В том золотом городе, который ожидают. Хотят уже здесь на земле. Там, определяют именно так Царство Божие. Но это родовые схватки. И это тернистый путь. И вот это учение, которое здесь говорится, как бы, кто вообще об этом проповедует? Кто об этом говорит? Я вот как бы особо не слышу, что об этом говорят. Вот есть один человек, который говорит, да? Ну, тоже ему особо нечего, да, это... А что, о любостяжании проповедь? А? Ну, а что, о любостяжании кто говорит? Не, проповедь о том, чтобы люди, они как бы вот отдавали свои имения, жертвовали, да? Это Иисус учит, это не я учу этому. И просто я о чем говорю? О его учении, да, о том, какое учение он нам оставил. И о том, что как плоть может она портить все, да? Как плоть может все испортить. Вот, все то Евангелие, которое есть, все то учение Иисуса Христа, которое есть. Как просто плоть может взять и все это испортить, все это засорить мусором. Таким мусором, да, от которого человек может просто отравиться и все. 2 Петра, 2 глава. С 1 по 3 стих. Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившие Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И говорится о том, что это будет происходить. То есть как бы... То, что происходит, в Библии это описано. И что нам толку тратить силы и бороться с тем, что неизбежно, да? Нам нужно собирать с Богом вместе, а не расточать. Нам не нужно тратить напрасно силы на то, что невозможно исправить. Потому что это предопределено, потому что это так будет происходить. Потому что это родовые муки, родовые схватки, да? И Царство Божие, когда придет в силе, тогда будет все по-другому. Но пока так должно быть. И лжеучители будут, как были лжепророки. И все это будет. Но я еще раз говорю, что пенять не надо на лжеучителей. Мы будем сами отвечать за свой выбор. Потому что Бог послал Дух истины. И если ты не заботишься о том, чтобы Дух истины тебя направил в этом мире и дал способность различать, отличать, тогда оправдания не будет никакого. И в 9 стихе говорится, что Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Он знает, как это делать.
Да? Иногда мы смотрим и мы думаем, что а почему эти люди, они действуют, да, и у них все в порядке, да. Но тоже, ну, смотри, что есть благочестивые люди, и у них тоже все в порядке с Богом, да. Почему? Потому что они не падают. В каких бы искушениях, испытаниях они ни находились, они продолжают оставаться с Богом, да. А эти люди охраняются Богом, и это две разные охраны. Одна охрана в искушении, да, одна охрана, чтобы человек устоял в Боге, это одна охрана. И совсем другая охрана, когда тебя охраняют в тюрьме, да, это совсем другая охрана. Вот эти люди, написано, Бог их охраняет для суда. Вроде бы, казалось бы, одна и та же охрана, но человек в разных положениях находится. Один находится под защитой, чтобы с ним ничего не случилось, да? А другой находится в таком положении, чтобы самосуд не произвели, да? Его отношения. И почему? Потому что никто не будет выдергивать плевелы. Это ангелы сделают однажды, когда наступит последний день, да? И зачем нам об этом заботиться, как бы? Бог сам обо всем об этом позаботится. Наша часть, как бы, оставаться под его защитой, оставаться под его охраной и направить свой взгляд к нему для того, чтобы понять, в какое время мы сейчас живем, что Бог хочет от нас именно сейчас, вот в это время, да. И как бы это та весть, которую я хотел оставить, потому что мы недавно начали, да, то наше предприятие, которое здесь есть. И я хочу призвать, чтобы мы искали Бога. Искали Бога, чтобы мы получали это направление, да. Чтобы было так, как написано в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, что если вы собираетесь, у кого-то есть псалом, у кого-то есть учение, у кого-то есть язык, у кого-то есть истолкование, у кого-то есть откровение, у кого-то есть пророчество, пусть все это будет, и все это будет к назиданию, да, чтобы это начало действовать и приумножалось здесь, среди нас, чтобы нам иметь это направление от Духа непосредственно, да, чтобы Он наставил нас на всякую истину, чтобы в этом мире просто, да, можно знать сухую доктрину, как бы, и отличать, это правильно, это неправильно. Но никакого движения, да, никакой жизни, просто правильная и неправильная доктрина, и все, как бы. Чтобы у нас были эти живые взаимоотношения с Богом, о которых там говорится. И я хочу пожелать нам этого, чтобы то, что мы начали, оно продолжало двигаться, и продолжало двигаться, ну, в таком русле, которое мы еще не переживали, которого мы еще не видели, ни один из нас, да? Чтобы Бог начал действовать особенным образом, чтобы мы настроили сердца свои к чему-то особенному от Бога, да? Чтобы это не было просто еще одним каким-то собранием, просто другим, не таким, как там. Нет, чтобы происходило что-то, что действительно будет менять наши жизни. В первую очередь наши жизни, да? В первую очередь наши жизни. Чтобы это происходило среди нас и было реальным, как бы. Поэтому давайте искать Бога, встанем на этот путь и постараемся увидеть то, что Он приготовил для нас, то, что Он хочет сделать. Аминь.